Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует интернет-магазин защищенных телефонов «Резервация». Сегодня мы с вами сравниваем два защищенных телефона Snowpaw и Land Rover. Вот так вот они выглядят. Оба телефона защищены от воды по уровню IP67 и 68. У Snowpaw это уровень 67, и это означает, что телефон может находиться под водой в течение 30 минут на глубине до 1 метра, а Land Rover имеет защиту от воды на уровне IP68, тоже написано, и это значит, что он может находиться на глубине до 2 метров в течение 60 минут. Дальше мы коснемся их аккумуляторных отсеков. У Snowpaw мы можем увидеть уплотнитель, выполненный вот таким образом, белая резинка положена. Здесь всего лишь один уплотнитель, больше уплотнителей нигде не найдете. Сразу в глаза бросается большая надпись 3000 мАч. Аккумулятор. Ну, аккумулятор мы сейчас вытаскивать не будем, телефон включен, чтобы продемонстрировать дальше его экран. Вот. Дальше мы подходим к телефону Land Rover 8. Здесь мы видим тоже большую, кстати, достаточно крышку аккумуляторного отсека. И аккумулятор здесь тоже расположен на 3000 мАч. И разница в защите, кстати, между этими двумя телефонами, в защите от воды, играет большую роль. Разница зависит именно от уплотнения крышек. Здесь мы можем обратить внимание, вот такая же черная резинка, как и на Snowpaw M6. Ну и еще плюс резинка вот по периметру находится. Тоже она выдавливается дополнительной крышкой. По поводу противоударных свойств мы можем обратить внимание резиновую окантовку Land Rover. Ну и металлические вставки, кстати, тоже помогают защитить корпус. Ну и полностью резиновая задняя часть. То есть, где не попробуйте, везде это все резиновые вставки. У Snowpaw, в принципе, тоже есть. В принципе, это все резина. Все, что черного цвета, это все резина. Желтого цвета это пластик. Прочный ABS-пластик. Резину это сложно тоже отличить от пластика, тем не менее, это действительно резина. Дальше мы коснемся качества экранов обоих смартфонов. У Snowpaw M6, несмотря на то, что диагональ 3,5 дюйма, то есть меньше, чем у Land Rover она составляет 4 дюйма, тем не менее, очень плотное расположение пикселей, что обеспечивает ему качество картинки намного лучше. Вот мы сразу продемонстрируем. Ну, угол обзора, конечно, у Snowpaw немножко хуже, чем у Land Rover. Сейчас вы это тоже сможете увидеть. Вот, ну, качество картинки, конечно, на высоком уровне именно у Snowpaw. Сейчас у Land Rover выпала батарея, надо его включить и немножко подождать, пока загрузится. Пока загружается Land Rover, мы коснемся вопроса комплектации. У Land Rover в комплекте мы видим зарядку, переходник для зарядки, кабель USB тоже для зарядки, самые простые наушники, и последнее лежит, это кабель для подзарядки телефона от других устройств внешних, ну или вашим телефоном можно зарядить любое другое внешнее устройство. У Snowpaw мы видим комплект намного богаче. Здесь спрятана еще одна батарея на 3000 мАч, зарядка, чехол. Под чехлом мы находим инструкцию и защитные пленки для экрана, кабель USB, наушники с заменой этих вакуумных штуковин, ну и специальный карабин с компасом. Вот, теперь мы снова вернемся к осмотру качества картинки. Сейчас загрузится страничка, тоже включим видео и покажем угол обзора дисплея.
Ну, сразу видно невооруженным глазом, что у Land Rover угол обзора лучше, несмотря на меньшее количество пикселей, несмотря на меньшее разрешение. И для сравнения мы сейчас их покажем вместе. Сейчас, секундочку. Вот так вот выглядят они вместе. Ну, на первый взгляд, конечно, кажется, что качество у Land Rover экрана немножко лучше. Ну, все-таки большее количество пикселей у Snowball, и это отдает ему, безусловно, некоторые предпочтения по четкости изображения. В целом, два телефона очень даже хорошо защищены, обладают хорошими характеристиками походными, со встроенными барометрами, компасами, высотомерами и шагомерами. На этом, дорогие друзья, наш видеообзор подходит к концу. Мы с вами прощаемся. До новых видеообзоров. Всего доброго. До свидания.